Вот сегодня 15 сентября, 12.28 на Чайковского и Курмангазы, вблизи школы номер 120, гимназии 120. Пешеходный переход, где вот систематически водители, нарушая правила, в запрещенном месте останавливаются, устраивают стоянку, подвергают риск детей. Учебный год еще особо не начался, но вот видите, вот меня уже не видят люди. Вот, пожалуйста, еще один. Постоянно здесь стоят. Причем в присутствии полицейских. Вот, полицейская машина, бортовой номер 137. Вот. 137. И еще один экипаж, бортовой номер 408. Сейчас я попробую узнать, почему они не реагируют. Так, вот здесь вот 4 машины вблизи, в запрещенном месте припарковались. Вот госномер. Самих сотрудников нет здесь. Вот. Когда вот прекратится вот это? Почему они не реагируют?